Реру, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Kerbal Space Program. В прошлой серии, как мы можем помнить, я загорелся желанием экономить наши финансы и построить полностью возвращаемый корабль, способный вывозить грузы на орбиту, ну или выполнять спасательные операции. К самому же возвращаемому шаттлу нареканий не возникло. А ступень, непосредственно доставляющая его на орбиту, пришлось кардинально переделать. Пришлось отказаться от концепции посадки ее на поверхность, после ее отработки, в связи с усложнением конструкции. Но мне пришлось так поступить, чтобы она была более надежной и стабильной. К тому же, благодаря этому была увеличена стартовая грузоподъемность нашего аппарата. Включен автопилот выхода на орбиту. Орбита достигнута. Включаю автопилот по сближению с целью. Я надеюсь, ничего серьезного не взорвалось? Взорвалось. Крыло целое взорвалось. Ну ладно. Сближение выполнено. И, пожалуй, нужно будет сейчас выходить этим. А, у нас пилот он, да? Наш джбодайка, которого мы спасаем, точнее, кто он там? Или она там? Я просто слабо вижу. Шрифт слишком маленький. Так, мы входим в кабину. Замечательно. И теперь нам нужно идти непосредственно на посадку. Выполняю протокол посадки на Кербин. С экономией топлива. Выполняю протокол торможения об атмосферу. Внимание, торможение прошло неуспешно, в связи с низкой орбитой. Выполняю корректирование орбиты. Выполняю протокол торможения об атмосферу. Мне не нравится то, что у нас что-то взрывается, потому что так быть не должно, я так не планировал. Видимо, вход в атмосферу слишком жесткий. Я понял, у нас оторвало наши маневровые РСУшки. Из-за того, что мы так колеблемся, у нас очень быстро падает Дельта В. Мы вошли сейчас в плотные слои атмосферы. И мы сейчас, считается, не летим, а парим. Провожу посадку аппарата методом планирования. Я думал, будет слишком большая скорость, но тем не менее, мы нормально отпрыгнули. И еще раз, сейчас надо убрать торможение, а сейчас включить. Это нужно для того, чтобы наш самолет не развернул к херам. Ну как-то так, и возвращаю наш аппарат космический. Посадка произведена успешно. Мои поздравления. По идее, у нас должна была выполниться миссия сейчас. Потягушки, да. 2 очка опыта целых мы дали. Неплохо. И смотрим. Да, замечательно, мы выполнили, считай, миссию, и все замечательно. Эта серия оказалась очень короткой. Но она важна в понимании, так как она является большим скачком в ветке технологий наших корболят. Благодаря нашему космическому аппарату мы теперь можем выполнять миссии по спасению с орбиты, а самое главное – производить логистику до нашей будущей космической станции, доставлять туда ресурсы или самих корболят. Продолжение следует.